Получилась такая серия кашпо, в которую можно и посадить, и можно поставить уже готовый горшочек. От росписи цветочных горшков до украшения балкона молодая мама Анна Паркаль превратила свою лоджию в самую настоящую зону для отдыха. Продумала все до мелочей – плетеные качели, садовые гномы и десятки цветов. Уютный балкон видно с улицы, поэтому узнать, где именно живет художница, несложно. Когда ходишь там по квартире и смотришь сюда, здесь всегда настроение поднимается. Это во-первых. Во-вторых, не первый раз и очень много раз от соседей слышу. Гуляют, смотрят, сердце радуется. Все отсюда, оттуда и оттуда потоки людей идут. И соседи говорят: Аня, мы смотрим, и нам так нравится. Детки ходят и показывают: о, Аня, Аня. Своей работой Анна осталась довольна и решилась участвовать в городском конкурсе «Самый благоустроенный район города». В номинации «Лучший балкон лоджия» и победила. А вот в Советском районе в номинации «За лучший палисадник частного сектора» призерами стали мама с дочерью Елена Светличная и Светлана Новикова. Оформлением своего двора занимаются не первый год. В этот раз появился колодец, разбили цветник. Чего только тут нет – петунии, гортензии, брунера. Появляется у людей желание, появляются клумбы с улицы. То есть люди начали выставлять цветы, глядя на нас. Конечно, первый год даже говорили: ты что, такие цветы вынесла, вырвут. Оценивала старания красноярцев специальная комиссия. Этим летом она не раз ездила к участникам. В мэрии говорят, выбрать лучших было сложно. Победитель ждал теплый прием в администрации и торжественное награждение. Благоустроенный район – это тот самый важный пункт нашей жизни, который говорит о том, что жители любят свой дом, свой двор, свой район и свой город. На старте событий там у нас было какая-то сотня заявок, которые мы рассматривали, потом эти заявки реализовывали, но сейчас опыт разросся. Конкурс «Самый благоустроенный район города» проводится вот уже 7 лет. Каждый год появляются новые номинации и форматы поддержки активных красноярцев. Цель проекта – привлечь как можно больше неравнодушных, которые готовы украшать Красноярск. Диана Хатяшвили, Алексей Овсянников, Александр Ермашенко, Енисей. Новости.